В Орловской области насчитывается 267 муниципальных образований. Часть их представителей прибыла в четверг в областной центр на съезд глав муниципальных сельских образований. Он состоялся в 9-й раз. Но впервые прошел в рамках инвестиционного послания, с которым губернатор Вадим Потомский выступил перед депутатами областного совета. Собравшиеся же до инвестпослания в зале Орловского института культуры говорили и про укрупнение районов. Говорится об этом не в первый раз, но впервые так открыто с поддержкой районных руководителей. Главы начинают, мы уже давно все понимаем, что нам нужно уменьшать свои расходы. У нас очень раздутые штаты по некоторым направлениям. И сегодня объединение глав районных центров в одну единую администрацию районов и центров позволит нам сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата. А эти деньги направить на социальные нужды граждан. Кстати, на 9-м съезде муниципальных образований были заслушаны отчеты глав муниципальных сельских поселений. А некоторые обратились к губернатору с просьбой. Тоже, наверное, меня поддержат коллеги, связано с земельным законодательством. С 15 марта 2015 года земельными вопросами ведает сельское поселение. Это и оформление документов, и предоставление в аренду, и продажа земельных участков. А денежные средства идут в район... Проблемы земельного вопроса, с которыми во время съезда к Вадиму Потомскому обратились 5 глав муниципальных образований, было решено вынести для более тщательного изучения на заседание правительства Орловской области. Таким образом, вопрос не остался без внимания руководства региона.